Новая коллекция представляет различные цветовые решения, но главная изюминка данных сережек и подвески – это цвет шампанского. Мы с вами любим этот напиток, мы с вами любим украшения. Наши ювелиры подумали здорово объединить наши самые любимые вещи и сделали украшения с праздничным настроением. Вы знаете, я когда смотрю на эти серьги, у меня сразу женщина-шампанское, женщина-праздник. Вот знаете, такая сразу легкость, беззаботность, радость. И я очень-очень благодарю наших ювелиров, что каждое украшение – это настоящий шедевр. Кстати, вот этот цвет шампанского безупречно раскрылся именно в багетной огранке. Посмотрите, как искрится, ну прям как шампанское в бокале. Посмотрите, как празднично выглядит данное ювелирное украшение. Я в полном восторге. Мне очень-очень приятно, что мы удивляем вас, что наши ювелиры так тонко чувствуют нашу женскую природу. И действительно, когда мы немножко выпьем шампанского, у нас более искрящийся взгляд, манящая улыбка, милые локоны у лица и миллион комплиментов от наших любимых мужчин. Шампанское – это всегда легкий флирт, это игра гормонов. Гормоны нужно держать в тонусе, под контролем. А согласитесь, когда ты одеваешь такие украшения, сдерживать себя очень сложно, потому что хочется от души радоваться жизни, хочется благодарить, абсолютно хочется вдохновлять и благодарить наших ювелиров, потому что они создают настоящие шедевры. Я так увлеклась этим украшением, что забыла померить. Давайте я померю, продемонстрирую на ушке сережки цвета шампанского, потрясающие багетные огранки. Мало изделий, очень мало. Боже мой, милые дамы, как же это фантастически смотрится. И вот за счет уникальной огранки получается, что при разном освещении будут разные проблески. Вот когда шампанское наливаешь в бокал, да, то есть тоже вот есть такое мерцание, определенная игра света, и в данном украшении это тоже есть. Ну, мне очень хочется, чтобы вы создавали себе настроение сами. Понимаете, потому что даже шампанское – это лишь повод ярче чувствовать какие-то эмоции, встретиться, пообщаться. Но, по сути, если у вас хорошее настроение, то вы автоматически освещаете этот мир. И в этих украшениях, честно говоря, даже шампанское не нужно, потому что они настоящие, радостные, искрящиеся, потому что ты смотришь в это отражение, и прям у тебя сразу улыбка, потому что ты уже чувствуешь какую-то такую легкость, воздушность, и вот это настроение, хорошее настроение, и предвкушение, и каких-то хороших событий. Вот благодарю ювелирам, аплодирую нашим ювелирам, потому что каждый раз они удивляют, каждый раз они создают все новые и новые шедевры и могут скружить голову любой из нас. Я уверена, что ценительницы и хорошего шампанского, и хороших украшений, и хорошего настроения уже заказывают эти изделия. Я желаю вам праздника каждый день, я желаю вам положительных эмоций, я желаю вам блистать, я желаю вам легкости и отличного настроения 365 дней в году. И, конечно же, будь в центре внимания с этими роскошными, изумительными украшениями. И еще раз подчеркну, вот если глянуть в студии, посмотрите, меня в зависимости от освещения камень мерцает разными оттенками. Вот в студии немножечко темнее цвет, а когда появляется крупный план, там немножко другое освещение. Поэтому восторг данного украшения, оно будет подстраиваться под ваше настроение. Праздника, радости, любви и красоты. Желаю вам в этом потрясающем гарнитуре.